Тихі, хлопці, треба почекати 5 минут. Туалет. Він же терпіти вже не може. Бачиш, він зараз тут калюжу зробить. Помацай. Так, хлопці, руки вгору, вгору. Подніми, подніми. Чисто. Ні. А знизу? А знизу я не полізу. А що так? А може у нього там трусів нема? Хоч провірей сам. А як ти думаєш, Микола? Ці шотландці один другого мають? Ні, вони своїх вівець мають. Це ж не люди. Звірофіли. Нехай проходять. Ідіть вже. Нехай. Нехай, нехай. Убогі. Давай. Вот, скорее, гляди!
У нас проблемы! Какие у нас еще могут быть проблемы? За нами ракета летит! Что-нибудь сделать можешь? Могу! Террор! Сдать табельное оружие! Сдать табельное оружие! Свободно! Он сказал, что лучше бы без парашюта прыгнул бы кто-нибудь из этой парочки. Вам ясно? Группа антитеррор! Уволены из рядов группы антитеррор! И... Хочешь кофе? А тебя как зовут? Да, тяжелый случай. Тебе петь нельзя. А что я вчера делал? Вчера? А. Песни пела Аллы Пугачевой. А позавчера? Ну, какой про Дельтаплан. Кошкин, открой дверь! Кошкин, выходи, тебе поесть нужно! Папа, ты должен мне помочь за регалами. Папа, веди назад! Слушай, а ты на работу не опоздаешь? А что, у меня есть работа? Да, вчера ты говорил, что сегодня идешь на новую работу. Ой-ё, ничего не помню. Так надо Кошкину звонить. Подъем! Одеваться, быстро! Так, давай. Давай, одевайся, быстро! Да? Он занят. Да, хорошо, передам. До свидания. Пап, тебе Вельмышев звонил! Любимый! Папа! Ура! Я опаздываю к врачу, девчонок отвезешь сам в детский сад. Меня! И так, меня! Зайди в овощной. Да, и на вечер вызови сантехника. Папа, внутри вся инструкция. Задание на пространственное воображение. Нужно вырезать и сложить клюющую курочку. Ты так и не хочешь узнать, как меня зовут? Слушай,
Я сейчас все равно не запомню. Ты напиши в записке, ладно, там, как телефон, как зовут, созвонимся. Посуду помой. Ты не устал? Ой, Хоттабыч. Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических веществ. А ничего, звучит, а? Это где-то в центре, где-то это. Вот нам повезло, а? Да, вряд ли. А потом нам не главное управление нужно, а первый спецотдел. Давай, по адресу ищи. Слушай, хозяин. Еще. Да, тюрьма, что ли, какая-то. Ай, антидурь. Слышь? А? Антидурь. Просто и со вкусом. Это ссылка, велик. Это ссылка. Да. Полегче. Ой, да бросься, Коша. Какая ссылка, это ж заслуженная пенсия. Валялся. Да, маскировка первого секретного отдела антидури, покруче Бен Ладена. Вельмишев и Кошкин. Кобра антитеррор. Вельмишев, Кошкин, Кобра антидурь. Только выйти, чтобы наш фамилий никто не знал, ладно? Виктор! Раков, Николай, а вы у нас будет теперь работать, да? Да, что? Да нет, ничего. Тяжко, наверное, да? С таких высот и к нам. Раньше-то прямое президентское подчинение, полномочия. Пинком любую дверь открывали. За что вас? Да вот за это самое. Пинок не рассчитали. Вместе с дверью вылетели. Нет, на самом деле все по-другому было. Только вы никому, ладно? Вы смотрели телевизионный кадр, как Хусейна американцы арестовывают? Конечно. Вот. А помните еще такой скандал с финиками на пальме, которые в то время и не растут даже? Ну. Ну, так это был не настоящий Хусейн, двойник. Один там, сумасшедший из Мордовии, спецлагеря. А настоящего мы взяли с моим товарищем. Угу. Правда? А где же настоящий? Мы его в подлодке хотели вывезти, но пошли, а там в противолодочной сети застряли. Ну, мы-то успели дернуть. А он там до сих пор сидит. Сигнал СОС подает. Шутите? Мы никогда не шутим. Я юмора и разгильдяйства не люблю. Курить у нас разрешено в специально отведенных местах. На первый раз прощаю. А на второй что? Расстреливаете, что ли? Неплохая идея. Да, строго вас, секретарша. Это ее любимый цветок. Да, если у этого Мороз такая секретарша, то представляю, какой он сам. Мороз по коже. Войдите. Да. Прошу. Давайте знакомиться. Зинаида Сергеевна Мороз, ваш новый начальник. Кошкин. Мороз. Виктор. Мороз. Значит так, ознакомилась с вашими личными делами, так что знаю, что люди вы опытные, высокопрофессиональные, рада, что специалисты такого уровня будут работать теперь у меня. Но работа в нашем отделе, она несколько отличается от того, чем вы занимались раньше.
Вот товарищ уже нас потихонечку в курс дела вводит. Кстати, рекомендую. Это лучший эксперт-криминалист по наркотикам в городе Москве. Ну что, насчет оперативной работы, я думаю, вам объяснять не надо. Вот он наш контингент. Ваша доска почета. Да вроде того. Оружие. ОСА. Травматический пистолет ОСА. Оглушить может, привести в болевой шок. Обойдетесь и этим пока на первых порах. Пока не обвыкнетесь, а то вы мне пол Москвы разнесете. Николай, проводи. Прошу за мной. Я вам покажу ваш кабинет. После приема кокаина наркоман испытывает необычайный прилив сил. Но состояние эйфории длится недолго. Потом начинается что-то несусветное и отвратительное. Наркоману кажется, что под его кожей ползают насекомые, змеи. Ужас какой-то. Зачем он тогда принимать? А кто автор этой поэмы? Николай Николаевич Раков. Кандидат юридических наук. Да, с большим чувством написано. А это наш криминалист Николай Николаевич Раков. Случаем сам-то не наркоман? Галю, нам нужно их взять с поличным. Николай Николаевич, а что случилось-то? Что случилось? Операция горит. Вот что случилось. Ильич сказал, шаг вперед, два шага назад. Вчера было рано, завтра будет поздно. Моя тяжелая работа за полгода, все пропало. Николай Николаевич, а что все-таки произошло? Представьте себе, притон у Павелецкого вокзала. Тетки, бар, сауна. В общем, вся вот эта ужасная атмосфера. И вот трое брюхатых клиентов сосут пиво. И один из них вываливает. Мне нужен кокс в товарных количествах. Ой, Николай Николаевич, бываете же вы в таких местах? Исключительно по служебным обязанностям. Полгода он меня проверяет. По всяким там клубам, кабакам, борделям. В общем, даже завели притон гомосексуалистов. Понравилось? Ради Родины, ради ее высоких наград. Такая у нас служба. В общем, этот пассажир сегодня должен получить первую партию порошка. Не могу никого найти. Во всем отделении только я, вы и Мороз. Пойду сейчас к ней и скажу, что вся операция провалена. Прямо скажу, по моей вине. Калахума наркокурьеры. А чё? Ну чё, чё? Наркокурьеры — это штаны и кожаные. Рубаха гавайская на выпуск. Сигара, в конце концов. А так, то ли менты переодеты, то ли с похоронного агентства. Да, Коша, слушай, если бы ты вот как раз-таки одел гавайскую рубашку и влез в кожаные штаны, я бы за километр понял. Ты ряженый мент. А так, в костюме ты на кого угодно похож. Но больше всего... Ты похож на раскачанного Антона Павловича Чехова. Только, правда, без очков. А так? Отделаемся от этого. А то мне еще Ксюшке на пространственное воображение задание делать. Слушай, а может ты пока задание поделаешь, а я посмотрю, что там, а? А что, один-то? Да понимаешь, ты своим пиджаком всех хулиганов распугаешь. Чего бы? Ну, от него обкомом партии за километр прет. Тем более я не один.
Там Раков, там спецназ, там жучки. А, слушай, давай так. Ты на прикрытии, а если меня через 10 минут нет, ты выходишь на выручку. А? Ну давай, время проверяем. Без 10, 4. Ровно 4 рви, окей? Окей. Го! Слушай, братила, а где твой напарник, а? Вас должно было быть двое. А я напарника отпустил, у него баба эта, ну, короче, я один. Чем лама? Так а что, при таком раскладе-то товар не будете принимать? Слушай, братила, ты не умничай, математику читал? Если ты говоришь, что двое придут, значит двое. Ну ладно, тогда я пошел. Это... Вы назначайте время, мы вдвоем придем. Слушай, ты нам мозги не делай, понял? Ты у нас один. Если будет какое-то палево, мы тебе башку отрежем, понял? Сам-то. Где ты был? Курасик делал. Ну и что, получилось? Нет, очень сложно. А у меня здесь все получилось. Успокойся. Я спокоен. Успокойся. Я спокоен. Глубоко вздохнул, досчитай до трех и медленно выдохни. Раз, два, три. Еще глубже. Еще разок. Раз, два, три. Еще разочек. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Ты спокоен? Я спокоен. Ну вот. Все уже обошлось. Что ты? Ну да, конечно. Покурим? Давай. Час уже как выйти должен был. Не отпустят. Зря приехали. Еще. Ты че, Пима? Твоим языком только унитазы чистить. Сиди, жди, сейчас выпустят. Поезд дальше не пойдет. Просьба освободить вагоны. Вот смотрю я на эту жизнь, Пима. Сим, откройся! Какие все же менты звери. Так над братвой издеваться. Как их только земля носит. Не знаю. Thank you.
шумел ветерок, падая листья шуршали, я выходил на город. Загора, привет! Гурни, Загора! Ладно, Загора на свободе. Это надо отметить. Обана! Погнали, Пима! Классное место, Али. Ты что, затеял ремонт? Здесь всем будет уютно, Ризо. А как насчет моей просьбы, Али? Ризо, посмотри на этого мальчика. Ну? Меня Гоша зовут. Али, а зачем нам этот Гоша? Я ухожу от дела, Ризо. Вся работа пойдет через него. Это мой племянник. Очень надежный мальчик. И значит, все теперь пойдет через него. Да, Ризо. Ну тогда я с ним и поговорю. Подержи, магазин поменяю. Бросай пушку сюда. Ты знаешь, что это значит, Гоша? Это значит, что ты реально влип по-крупному. На этой пушке теперь твои пальцы. Ты теперь, Гоша, будешь меня слушать, как маму в детстве. Мне срочно нужен солидный покупатель на солидную партию товара. Наливай, мамаша, щей. Я привел товарищей. Здоров, земляк. Мы выпить, закусить. Извини, друг, сегодня ничего не получится. У нас кухня не работает, туалет не работает, бар не работает. У нас ничего не работает. У нас ремонт. Куда теперь? Может, бутылку возьмем? Потом Макдональдс. Попьем из бумажных стаканчиков через трубочку. Надо дело одно сделать. Приношу свои извинения за эту дурацкую шутку. Больше такого не повторится. Дальше. А чего дальше? Виновата. Простите. Больше не повторится. Вы теперь... А мы-то и мышь. Извините. Руки пожали. Теперь все забыли и пошли работать. Минуточку, вы двое. Круто вы с ними. Могло быть еще круче, если бы мы не поняли, что нас прописывают. А как догадались? Ну как? Гавайские рубашки, кожаные штаны и сигары. А вот знаете, нарвутся на настоящих наркодилеров. До свидания. Свободен. Я его год проверял, думал стукач. Потом разговорился,
И оказался это дядя Ваня, золотой. Служил он в районной мусорне по наркотикам. Мент! Ты с ментом? Заглохни, законник хренов. У дяди Вани бизнес был. Он у одного мелкого дилера товар отбирал, а другому за полцены толкал. У него был выход ко всей базе данных, по всем барыгам и оптовикам. Ну и понял дядя Ваня, что надо работать по-крупному. И созрел у дяди Вани охренистический план. Башковитые все же. Некоторые менты бывают. Ё-моё! Стоп! Стоп, я сказал! Видишь? Чернила просочились. Я на карту не с той стороны смотрел. Значит, от бабы в ту сторону. Пошли! Памяти туман, ты как во сне, ты как во сне. Наверно, только дельтаплан поможет мне, поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко. Это нет, как всегда, пунктуально. Слушай, а чего у меня сидеть? Поехали к тебе. Ко мне? У меня горячую воду отключили, просто неудобно. Ладно. Хорошо. Да, пошли. Хорошо. Я сейчас. Стоит. Та-д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 а-
Папа, что ты делаешь? Оригами, доченька. А почему ты заперся? Это чтобы лучше сосредоточиться. Папа, только не нервничай. Искусство оригами требует спокойствия. Торопись, не спеша, как говорят японцы. А ну, марш в постель. Кошкин. Угу. Гашу свет. Ты меня понял? Понял, понял, дорогая. Кошкин, я хочу быть уверена, что ты меня правильно понял. Конечно. У тебя есть еще 5 минут. Ты будешь экскаватор, трактор и долбанный асфальтовый каток. Копай! Ты куда попер? Ты куда попер? Куда попер, молоток отбойный? А братанам помочь? Ну-ка, копай! Что ты ластами машешь? Че ты, улететь хочешь, аист? Пить! Я тебе дам пить, копай! О, давай, давай! Давай, давай. Давай сюда, сюда давай пиво. Ух ты! О, а кто летит? А ты сам догадайся. А что это за девушка, не знаешь? Не знаю. 2, 3, 4. И упражнение на руки. 1, 2, влево, 3, 4. И последний раз. 1, 2, резче, 3, 4. Резче, резче, не отстаем. 3, 4. И 1, 2, 3, извините. 4. Извините. 1, 2, 3, 4. На меня смотрим все. 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Продолжаем. Девушка, девушка, как вас зовут? Меня зовут инструктор по лечебной физкультуре. А инструктор по лечебной физкультуре вечером пьет кофе? Инструкторы по лечебной физкультуре кофе вообще не пьют. Ага. А что они пьют? Незнакомые мужчины ничего не пьют. Абсолютно. Вы знаете, мы с вами так похожи. Я вот тоже по вечерам с незнакомыми мужчинами ничего не пью. На сегодня все. Всем спасибо. До следующего спасибо, раза. Спасибо, спасибо, спасибо. Девушка, простите, я, может быть, не так себя вел. Молодой человек. Вы в плохой форме. Ну что, велик? Помощь нужна?
влюбился. Дай откусить. Спасибо. Сзади видел? Придурок в банане. Чего от нас надо? Помощи, помощи прошу. Я знаю, где вы служите. Я 3 дня за вами слежу. Послушайте, вопрос жизни и смерти. Чьей? Моей. Речь идет о 5 килограммах героина. Рассказывай. Прошу вас. Есть такой страшный человек. Он дядю Али застрелил уже. Ты что, уже здесь зажигал? А, зажигал. Я здесь до армии на фабрике работал. Пошла отсюда. Покупателя. Молчать. Иногда мне хочется тебя убить. Можешь говорить.
еще, родной. Нормального мужика от педика отличить не можешь. Извините, мне сказали, что вы по теме. Тем более вы без девушки. Вон моя девушка. С другом танцует. Вон та, ваша девушка? Это же ваш Артурчик. Слушай, ты не знаешь, нет ли здесь какого-нибудь укромного местечка? Вот они, это, отличные ребята с Урала. Дядя вел с ними дела, и я сказал им про ваш товар, и они сказали окей. Да ладно. Ты что, ты мужик, что ли? А ты кого хочешь? Кем скажешь, тем и будут. Да пошла ты, то есть пошел ты, блин. Я сейчас помогу. А я думала, вы с мужчинами... Извините. Не встречаетесь. Да нет, на самом деле я бы вам рассказал, просто нет времени. Вы не представляете, какого человека вам судьба подарила, понимаете? Извините. Чего лохудра у меня мужиков отбиваешь? Слышь, пробей, что это за девка с ним и откуда. Руки убери! Мне нравится. Давай, готовь встречу. А мы для надежности девку его сяпанем. Ну, вы хоть представляете себе, сколько стоит 5 килограмм героина? Да полмиллиона долларов. И что, вы готовы рискнуть такими деньгами? Да. Вы же сами говорили, что Ризо серьезный преступник. И на туфту не поведется. Все должно быть как положено, чтобы он поверил. Значит, полмиллиона долларов, конспиративная квартира. Ладно, хорошо. Для встречи с ним назовете адрес: улица Дровяная, дом 4, квартира 17. Это квартира одного барыги, мы его по-тихому взяли, а квартиру поставили под контроль. Одежду подберете, машину в управлении выпишем. Но с шофером! Да, только без мигалок, можно попросить? Прекрати играть гранаты, идиот! Куда едем? Дровяная. Травяная? Дровяная, идиот. Травяная, нормально. Поехали. Что они с детьми делают? Мы в 4-м классе из трубы пластилином плевались. Это заметно.
Отлично. Ровно через час. Вы берете товар, мы берем их на выходе с деньгами. Я даже не знаю, бомжи. Ша-ша, разберемся. Идите, гражданочка, идите. Давайте уже работайте, а то я жалобу на вас на всех напишу. Давай, пошел. Ты первый, мы за тобой. Пошел. Че? Че ты? Инструкции написано. Клюющая курочка. И как она клюет? Вот так, наверное. Ризо. Мент! Какой мент? Ризо должен явиться. Что здесь надо? Ничего. Я просто так мимо шел. Я ничего деньги. Слушай, младший сержант, что-то мне рожа твоя знакома. А? Чего вы так с представителем закона разговариваете, а? Ой-ой-ой. Ну-ка, предъявите документики. Оружие, наркотики в доме есть? Что найдешь твое, начальник? Чемодан. Фима, гляди-ка. Ты что делаешь, баран? Что тебе курочка сделала? Четыре, пять, шесть, пять.
Здрасте. Менты. Погоди, петушок. Куда это ты собрался? 5, 4, 3, 2, 1. Вперед! Черт! Какой-то негодяй закрыл дверь. Я, кажется, нос сломал. Вы, граждане барыги, расливаете нашу молодежь. Превращая вчерашних школьников и студентов. Сумасшедших беспредельщиков, которых даже в местах лишения свободы никто не уважает. Кроме того, получая огромные прибыли, вы не платите никаких налогов государству. Тем самым подрывая экономику нашей Родины. Взять, к примеру, такие страны, как Колумбия, Афганистан. Наркомафия, сеет там террор и нищету. Хочешь, что? Атас, спецура! Смываемся через балкон! Лимонка, за мной! Всем стоять! Да мы стоим, стоим. Давно уже стоим. Вот это не мы. Я за это любого убью. Врача! И вот хорошо бы с соседями разобраться. А то у них там непонятно, что творится. Разберемся, мамаша. А сливого варенья у вас нет? Очень я сливовое варенье люблю. Для тебя, сынок, найдется. Значит, денег нет, наркотиков нет. Резо можем предъявить только незаконное ношение оружия. Вот так. И что я должна объяснять начальству наверху, а? То, что сотрудники первого отдела, рискуя собственной жизнью на деньги Центробанка, пытались купить героин у наркоторговцев, но наркотики унесли какие-то милиционеры. Кто мне поверит? Значит так, деньги мы обязаны вернуть в течение 3 дней. Нет, ну это понятно. Понятно тебе? Может быть, мне тогда объяснишь, а то вот мне ничего непонятно. Зато мы их лица запомнили. Да? Ну, одного из них. Ну, прощай, моя старушка. Не переживай, кореш. Мы тебе новую лейбу ставим покруче старой. Жечь будем? Нет. На огонек может кто-нибудь прилететь. Топить будем. Поздравляю. С благоприятным окончанием дела. Ты вот эти поздравления свои можешь себе запихать в жопу. За такие бабки мог раньше отмазать. Все очень даже хорошо получилось, батон Аризо. Спецура наехала, взяли, а при нас ни товара, ни денег. Вот именно, ни товара, ни денег. Сначала мы были бедные, потом нас обокрали. Зато свобода. Ты кретин. Свобода без денег хуже тюрьмы. Деньги надо вернуть. Баба этого бешеного из Антидури у нас. Угу. Ради нее он этих левых ментов обязательно разыщет. Любовь – страшная сила.
Как хорошо, что это быстро закончилось. Как ты? Как тебя кормили? Сидел в Виете. Кто в машине? А, это мой новый охранник. Молодой был. Да ладно, не плачь. Придется мне самому тебя охрану искать. Постарше. Спасибо. Сегодня ночью пытались утопить машину. Владельцы по номерам установили некто Пименов. Проверьте, Пименов. Это он? Угу. Связи его пробей. Угу. О! Сержант этот, который первый в квартиру вошел. Да, вроде он это. Это он курочек спалил. Бабло, победить зло, бабло, победить зло, бабло, победить зло. Давай, нюхни, пиво. Не будешь такого. Давай. Давай. Обочукаться. А если их в этой деревне нет? Будем дальше искать. Где? С такими бабками они уже в Южной Африке могут быть. Алло. Короче, ставки увеличились. У нас твоя невеста. Даю тебе время до полуночи. А если они по другим документам уехали? Нет, не уехали. Почему? Да потому что через 5 часов нужно отдать деньги Ризо. Иначе он убьет мою невесту. У тебя невеста есть? А что у меня? Не может быть невесты? По-моему, вот этот дом. Похоже. Эй, а что это вы тут высматриваете, а? Здрасте. Здрасте. Друзей ищем. Должок вернуть надо. Ага. Ну тогда другое дело. Вот этот ход. О, Вова, Ленечка и Олежка. Mm-hmm. А вы кто будете? Витенька и Владик. А куда вы говорите, Вова, Олежка и Ленечка поехали? Да в супермаркет. 3 часа в сторону Москвы. У них такая машина шикарная. Спасибо. Ну и вам не хворать. Бабло, победить зло, баба-бабло. Победить зло, баба-бабло. Филипп Киркоров. Слышь, Загора, я буду вот это вот, вот это и вот это. Дурак, слышь, а у тебя что, очки тонированные? Оно блатным, и ночью солнце светит. Пошли. Гипермаркет отдыхает, Загора. Лолита, 90-63-90. Давай напишем. А ей что ты напишешь, а? Вы чего здесь творите? Переключи это все! Да, быстро! Ну-ка, вот, смотрите-ка вот сюда. Вот это вот у вас есть, а? Нет, мужчина, у нас омаров нет. Как нет омаров? Ну, сельпо, а сельпо? К сожалению, у нас нет омаров, зато богатый выбор рыбы. Да нафиг мне ваша рыба. Мне надо омаров. Иди сюда. Ну, москвичи, ну, народ, нормальных омаров у них нету. Иди в машину.
Это почему? Шумишь много. Тачка у нас дорогая. Бабла там внутри и порошок. Иди посторожи, понял? Засунул себя в штаны. Будем брать так. Я звоню в милицию. Стоять! А теперь доставайте то, что вы прячете сзади. Или вам помочь. Пима. Доставайте, доставайте! Это ваша машина? А в чем дело? Документы предъявите, пожалуйста. Документы? Сзади это когда за спиной! А, сзади! Что вы там прячете? А вот это видел? Стоять! Стволы в землю! Стоять, лежать! Стоять, уроды! Стоять! Стоять, уроды, я сказал! Стволы в землю! Я завалю ее! У меня граната, мне терять нечего. Всех положу. Смотри за город. Кто такой? Госнарконтроль, это наши клиенты. Так, машину не колесьте, это собственность Центробанка. И деньги Центробанка там же. У него еще граната есть. Тогда тем более не стреляйте. Кому сказал? Уходите! Ничего. У меня граната! Сдастся. Thank you.
граната есть! Сейчас Агора выйдет, а потом по лесной дороге мчится фирменный поезд. Брат, Бима, заезжай! Бима! Неплохо отоварился. Обожаю продуктовые магазины. Так они успокаивают. А, это овощи? Скорее, фрукты. Слушай, можешь дать ключи от машин? А ты куда без меня собрался? Мне надо деньги Ризу отвезти, а на тебя остается мороз. Не знаю, кому труднее. У тебя оружие-то есть? Есть. Мой возьми. Я его усовершенствовал. О, ха, ладно. С машиной аккуратнее. Да, деньги у меня. Где встречаемся? Ага. Понял, черный хаммер. Еду. Нет, нет, спасибо, сам. Оружие есть? Нет. О, о. А это что? Где? А, это разве оружие? Пошли.
чемодан. Хорошая работа, молодец. А девушка где? А ты что, волнуешься? Да ты не волнуйся. Я слово свое держу. Я сказал, ты ее увидишь. Значит, увидишь. Оружие есть? Это что? Это то, что теперь менты носят? Слушай, а из нее хоть застрелиться-то можно? Нет, ты можешь себе оставить. Пригодится. Твоя женщина? Забирай. Забирай. Я ничего не знаю. Спокойно. Ведь я с тобой. Ну все. А то я сейчас разрыдаюсь. Мент, надеюсь, даже ты понимаешь, что я не могу оставить тебя в живых. А в чем дело? Спокойно. Женщина пусть отойдет в сторону. Ничего не бойся. Слушай, а хочешь дуэль? Давай, на счет три. Считай. Раз. А, подожди, подожди. А, можно секунданта? А что я-то? Раз. Слушай, мы стреляем на три или после трех? Вот специально для ментов он махнет рукой. Раз! Ah!
Так, ну что, какие у нас планы на вечер? Какие могут быть планы на вечер? Тебе срочно нужно в больницу. Да, да, действительно. Ай, так больно, я сейчас умру. Что? Дай с девушкой пообщаться. Ай, сейчас умру, я действительно. Ай. О, это Кош, мой друг. Так я и знал. А на минуту нельзя одного оставить. Ну вот, знакомься, Татьяна. Та самая. Невеста моя. Про дельтаплан пел? Давай носилки! Где Резо? Там, колеса кидай. Где деньги? У нас. Давай, веселей! Между нами память и туман, ты как во сне. Ты как во сне. Наверно, только дельтаплан поможет мне. Поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко. Моим плечам.
Тебе что здесь надо? Ничего. Я просто к ним шел. Я ничего деньги. Слушай, младший сержант, что-то мне рожа твоя знакома. А? Чего вы так с представителем закона разговариваете, а? Ой-ой-ой. Ну-ка, предъявите документики. Оружие, наркотики в доме есть? Что найдешь твое, начальник? За что? За то, что ты урод. Двух барыг и то арестовать не можешь. Бабок полный чемодан. Фима, гляди-ка. Ты что делаешь, баран? Что тебе курочка сделала? Четыре, пять, шесть, пять. Здрасте. Менты. Погоди, петушок. Куда это ты собрался? Пять, четыре. Три, два, один, вперед! Черт! Какой-то негодяй закрыл дверь. Я, кажется, нос сломал. Вы, граждане барыги, расливаете нашу молодежь, превращая вчерашних школьников и студентов в сумасшедших беспредельщиков, которых даже в местах лишения свободы никто не уважает. Кроме того, получая огромные прибыли, вы не платите никаких налогов государству, тем самым подрывая экономику нашей Родины. Взять, к примеру, такие страны, как Колумбия, Афганистан. Наркомафия, сей там террор и нищету. Хочешь, что? Лимонка, глянь, что там? Смываемся через балкон! Лимонка, за мной! Всем стоять! Да мы стоим, стоим. Давно уже стоим. Вот это не мы. Я за это любого убью. Врача! И вот хорошо бы с соседями разобраться. А то у них там непонятно, что творится. Разберемся, мамаша. А сливового варенья у вас нет? Очень я сливовое варенье люблю. Для тебя, сынок, найдется. Значит, денег нет, наркотиков нет. Резо можем предъявить только незаконное ношение оружия. Вот так. И что я должна объяснять начальству наверху, а? То, что сотрудники первого отдела, рискуя собственной жизнью на деньги Центробанка, пытались купить героин у наркоторговцев, но наркотики унесли какие-то милиционеры. Кто мне поверит? Значит так, деньги мы обязаны вернуть в течение 3 дней. Нет, ну это понятно. Понятно тебе? Может быть, мне тогда объяснишь, а то вот мне ничего непонятно. Зато мы их лица запомнили. Да? Ну,
одного из них. Ну, прощай, моя старушка. Не переживай, кореш. Мы тебе новую лейбу ставим покруче старой. Жечь будем? Нет. На огонек может кто-нибудь прилететь. Топить будем. Поздравляю с благоприятным окончанием дела. Ты вот эти поздравления свои можешь себе запихать в жопу. За такие бабки мог раньше отмазать. Все очень даже хорошо получилось, батон Аризо. Спецура наехала, взяли, а при нас ни товара, ни денег. Вот именно, ни товара, ни денег. Сначала мы были бедные, потом нас обокрали. Зато свобода. Ты кретин. Свобода без денег хуже тюрьмы. Деньги надо вернуть. Баба этого бешеного из Антидури у нас. Угу. Ради нее он этих левых ментов обязательно разыщет. Любовь – страшная сила. Придется мне самому тебя охрану искать. Постарше. Спасибо. Сегодня ночью пытались утопить машину. Владельцы по номерам установили некто Пименов. Проверьте, Пименов. Угу. Это он? Угу. Связи его пробей. Угу. О! Сержант этот, который первый в квартиру вошел. Да, вроде он это. Это он курочек спалил. Бабло, победит зло, бабло, победит зло, бабло, победит зло. Давай, нюхни, Прима, не будешь такого. Давай. Давай. А почукаться. А если их в этой деревне нет? Будем дальше искать. Где? С такими бабками они уже в Южной Африке могут быть. Алло. Короче, ставки увеличились, у нас твоя невеста. Давите время до полуночи. А если они по другим документам уехали? Нет, не уехали. Почему? Да потому что через 5 часов нужно отдать деньги Ризо. Иначе он убьет мою невесту. У тебя невеста есть? А что у меня, не может быть невесты? По-моему, вот этот дом. Похоже. Эй, а что это вы тут высматриваете, а? Здрасте. Здрасте. Друзей ищем. Должок вернуть надо. А, ну тогда другое дело. Вот этот ход. О, Вова, Ленечка и Олежка. Mm-hmm. А вы кто будете? Витенька и Владик. А куда вы говорите, Вова, Олежка и Ленечка поехали? Да в супермаркет. 3 часа в сторону Москвы. У них такая машина шикарная. Спасибо. Ну и вам не хворать.
бабло, победит зло, баба бабло, победит зло, баба бабло. Шубу сними, Филипп Киркоров. Слышь, Загора, я буду вот это вот, вот это и вот это. Блин, дурак, видишь? А у тебя чё, очки тонированные? Оно блатных, и ночью солнце светит. Пошли. Наш гипермаркет отдыхает, Загора. Лолита, 90-63-90. Давай напишем. А ей что ты напишешь, а? Вы чего здесь творите? Переключи это все! Да, быстро! Ну-ка! Вот! Смотрите-ка вот сюда. Вот это вот у вас есть. А? Нет, мужчина, у нас омаров нет. Как нет омаров? Ну, сельпо! А сельпо! К сожалению, у нас нет омаров. Зато богатый выбор рыбы. Да нафиг мне ваша рыба! Мне надо омаров! Ну, москвичи, ну, народ! Нормальных омаров у них нету! Иди в машину. Это почему? Шумишь много. Тачка у нас дорогая. Бабла там внутри и порошок. Иди посторожи, понял? Засунул себя в штаны. Будем брать Акася. Я звоню в милицию. Стоять! 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 А теперь доставайте то, что вы прячете сзади. Или вам помочь. Пима. Доставайте, доставайте! Продолжение следует...
Устой. Тебя Раков прислал, да? Раков прислал? Тебя никто не прислал, мамой клянусь, я сам по себе. Ты дурак. Да. Тебе чего от нас надо? Да-да-да. Помощи, помощи прошу. Я знаю, где вы служите, я 3 дня за вами слежу. Послушайте, вопрос жизни и смерти. Чьей? Моей. Речь идет о 5 килограммах героина. Рассказывай. Прошу вас. Есть такой страшный человек, Рюк. Он дядю Али застрелил уже. Ты что, уже здесь зажигал? Ага, зажигал. Я здесь до армии на фабрике работал. Отсюда. Покупателя. Получай. Иногда мне хочется тебя убить. Можешь говорить. Ты чё, родной? Нормального мужика от педика отличить не можешь. Извините, мне сказали, что вы по теме. Тем более вы без девушки. Вон моя девушка. С другом танцует. Вон та, ваша девушка? Это же наш Артурчик. Слушай, ты не знаешь, нет ли здесь какого-нибудь укромного местечка? Ну, вот они, это, отличные ребята с Урала. Дядя вел с ними дела, и я сказал им про ваш товар, и они сказали окей. Да ладно. Ты что? Ты мужик, что ли? А ты кого хочешь? Кем скажешь, тем и буду. Да пошла ты! То есть пошел ты, блин! Я сейчас помогу. А я думала, вы с мужчинами... Извините. Не встречаетесь. Да нет,
На самом деле я бы вам рассказал, просто нет времени. Вы не представляете, какого человека вам судьба подарила, понимаете? Извините. Ты чего, лохудра, у меня мужиков отбиваешь? Слышь, пробей, что это за девка с ним и откуда. Руки убери! Мне нравится. Давай, готовь встречу. А мы для надежности девку его с себя поднимем. Но вы хоть представляете себе, сколько стоит 5 килограмм героина? Да полмиллиона долларов. И что, вы готовы рискнуть такими деньгами? Да. Вы же сами говорили, что Резо серьезный преступник. И на туфту не поведется. Все должно быть как положено, чтобы он поверил. Значит, полмиллиона долларов, конспиративная квартира. Ладно, хорошо. Для встречи с ним назовете адрес: улица Дровяная, дом 4, квартира 17. Это квартира одного барыги, мы его по-тихому взяли, а квартиру поставили под контроль. Одежду подберете, машину в управлении выпишем. Но с шофером! Да, только без мигалок. Можно попросить? Прекрати играть гранаты, идиот. Куда едем? Дровяная. Травяная? Дровяная, идиот. Травяная, нормально. Поехали. Они с детьми делают. Мы в четвертом классе из трубы пластилином плевались. Это заметно. Да? Отлично. Ровно через час. Вы берете товар, мы берем их на выходе с деньгами. Милиция!
сияр, идите сюда. Идите-ка сюда. Ну и что у нас тут происходит? Почему у нас всегда открыт подвал? Почему? Там же могут собираться террористы, всякие разные преступные элементы. Ну и вообще, я даже не знаю, бомжи? Ща-ща, разберемся. Идите, гражданочка, идите. Давайте уже работайте, а то я жалобу на вас на всех напишу. Давай, пошел. Ты первый, мы за тобой. Пошел. Че? Че ты? Инструкции написано. Клюющая курочка. И как она клюет? Вот так, наверное. Гоша зовут. Али, а зачем нам этот Гоша? Я ухожу от дела, Ризо. Вся работа пойдет через него. Это мой племянник. Очень надежный мальчик. И значит, все теперь пойдет через него. Да, Ризо. Ну тогда я с ним. И поговорю. Подержи, магазин поменяю. Бросай пушку сюда. Ты знаешь, что это значит, Гоша? Это значит, что ты реально влип по-крупному. На этой пушке теперь твои пальцы. Ты теперь, Гоша, будешь меня слушать, как маму в детстве. Мне срочно нужен солидный покупатель на солидную партию товара. Я привел товарищей. Здоров, земляк. Мы выпить, закусить? Извини, друг, сегодня ничего не получится. У нас кухня не работает, туалет не работает, бар не работает. У нас ничего не работает. У нас ремонт. Куда теперь? Может, бутылку возьму? Потом Макдональдс. Попьем из бумажных стаканчиков через трубочку, а? Надо дело одно сделать. Приношу свои извинения за эту дурацкую шутку.
Больше такого не повторится. Дальше. А чего дальше? Виновата. Простите. Больше не повторится. Вы теперь... А мы-то и мышь. Извините. Руки пожали. Теперь все забыли и пошли работать. Минуточку, вы двое. Круто вы с ними. Могло быть еще круче, если бы мы не поняли, что нас прописывают. А как догадались? Ну как? Гавайские рубашки, кожаные штаны и сигары. А вот знаете, нарвутся на настоящих наркодилеров. До свидания. Свободен. Год проверял, думал стукач. Потом разговорился, и оказался этот дядя Ваня золотой. Служил он в районной мусорне по наркотикам. Мент! Ты с ментом? Заглохни, законник хренов. У дяди Вани бизнес был. Он у одного мелкого дилера товар отбирал, а другому за полцены толкал. У него был выход ко всей базе данных, по всем барыгам и оптовикам. Ну и понял дядя Ваня, что надо работать по-крупному. И созрел у дяди Вани охренистический план. Башковитые все же. Некоторые менты бывают. Ё-моё! Стоп! Стоп, я сказал! Видишь, чернила просочились. Я на карту не с той стороны смотрел. Значит, от бабы в ту сторону. Пошли. Лишь нами память и туман, ты как во сне. Как во сне. Наверное, только дельтаплан поможет мне. Поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко. Моим плечам уже зовет меня в полет мой дельтаплан. Кого еще там счет принес? Нет, как всегда, пунктуально. Слушай, а чего у меня сидеть? Поехали к тебе. Ко мне? У меня горячую воду отключили, просто неудобно. Ладно. Хорошо. Да, пошли. Хорошо. Я сейчас. Стоит. Да-д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 а-
Мне надо будет только вернуться сейчас, через полчаса. Звонок будет из Австралии. Тогда пошли к тебе. А слушай, а пошли пешком? Долго ждать. Пойдем? Ну и где Витя? Скоро будет. А он ушел наверх, к соседу. Какой наверх? Витя живет на последнем этаже. А? Папа, что ты делаешь? Оригами, доченька. А почему ты заперся? Это чтобы лучше сосредоточиться. Папа, только не нервничай. Искусство оригами требует спокойствия. Торопись, не спеша, как говорят японцы. А ну, марш в постель. Кошкин. Угу. Гашу свет. Ты меня понял? Понял, понял, дорогая. Кошкин, я хочу быть уверена, что ты меня правильно понял. Конечно. У тебя есть еще 5 минут. Ты будешь экскаватор-трактор и долбанный асфальтовый каток. Копай! Ты куда попер? Ты куда попер? Куда попер, молоток отбойный? А братанам помочь? Ну-ка, копай! Что ты ластами машешь? Че ты, улететь хочешь, аист? Пить! Я тебе дам пить, копай! О, давай, давай! Давай, давай. Давай сюда, сюда давай, пиво. Ух ты! О, а кто летел? А ты сам догадайся. Что это за девушка, не знаешь? Следующую. Не знаю. 2, 3, 4. И упражнение на руки. 1, 2, влево, 3, 4. И последний раз. 1, 2, резче, 3, 4. Резче, резче, не отстаем. 3, 4. И 1, 2, 3, извините. 4. Извините. 1, 2, извините. 3, 4. На меня смотрим все. 2, 3, 4. И
два, три, продолжаем. Девушка, как вас зовут? Меня зовут инструктор по лечебной физкультуре. Инструктор по лечебной физкультуре вечером пьет кофе? Инструкторы по лечебной физкультуре кофе вообще не пьют. Ага. А что они пьют? С незнакомыми мужчинами ничего не пьют. Абсолютно. Вы знаете, мы с вами так похожи. Я тоже по вечерам с незнакомыми мужчинами ничего не пью. На сегодня все. Всем спасибо. До следующего спасибо, раза. Спасибо. Девушка, простите, я, может быть, не так себя вел. Молодой человек, вы в плохой форме. Пойдем. Тихо, хлопцы, треба почекать 5 минут. Ідіть до туалету. Він же терпіть же не може. Бачиш, він зараз тут калюжу зробить. Помацай. Так, хлопці, руки вгору. Вгору. Подніми. Чисто. Ні. А знизу? А знизу я не полізу. А що так? А може, у нього там трусів нема? Хоч, провірай сам. А як ти думаєш, Микола? Ці шотландці один другого мають? Хе, ні, вони своїх вівець мають. Це ж не люди. Звірофіли. Нехай проходять. Іди вже. Нехай. Убогі. Oh.
Террор! Дать табельное оружие! Дать табельное оружие! Свободно! Он сказал, что улучшенный мисс парашюта прыгнул бы кто-нибудь из этой парочки. Вам ясно? Группа антитеррор! Уволенный из рядов группы антитеррор! И... Хочешь кофе?
Тебя как зовут? Извини. Да, тяжелый случай. Тебе пить нельзя. А что я вчера делал? Вчера? А. Песни пела Аллы Пугачевой. А позавчера? Ну, какой ужас. Продык Каплан. Кошкин, открой дверь. Кошкин, выходи, тебе поесть нужно. Папа, ты должен мне помыть оригами. Папа, иди на сзади. Слушай, а ты на работу не опоздаешь? А что, у меня есть работа? Да, вчера ты говорил, что сегодня идешь на новую работу. Ничего не помню. Так надо Кошкину звонить. Подъем! Одеваться! Быстро! Так, давай. Давай, одевайся, быстро! Да? Он занят. Да, хорошо, передам. До свидания. Пап, тебе Вельмышев звонил. Любимый. Папа, ура! Я опаздываю к врачу, девчонок отвезешь сам в детский сад. Меня! И так, меня! Так, зайди в овощной. Да, и на вечер вызови сантехника. Папа, внутри все инструкции. Задание на пространственное воображение. Нужно вырезать и сложить клюющую курочку. Ты так и не хочешь узнать, как меня зовут? Слушай. Я сейчас все равно не запомню. Ты напиши в записке, ладно, там, как телефон, как зовут, созвонимся. Посуду помой. Ты не устал? Ой, Хоттабыч. Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических веществ. А ничего, звучит, а? Это где-то в центре, где-то это. Вот нам повезло, а? Да, вряд ли. А потом нам не главное управление нужно, а первый спец отдел. Давай, по адресу ищи. Слушай, хозяин. Ищу. Да, тюрьма, что ли, какая-то. Ай, антидурь. Слышь? А? Антидурь. Просто и со вкусом. Это ссылка, Велик. Это ссылка. Да. Полегче. Да, маскировка первого секретного отдела антидури, покруче, чем у Бен Ладена. Вельмишев и Кошкин. Кобра антитеррор. Вельмишев, Кошкин, кобра антидурь. Только выйти, чтобы нашу фамилию никто не знал, ладно? Виктор! Раков, Николай, угу. А вы? У нас будет теперь работать, да? Да, а что? А... Да нет, ничего. Тяжко, наверное, да? С таких высот и к нам. Раньше-то прямое президентское подчинение, полномочия. Пинком любую дверь открывали. За что вас? Да вот за это самое. Пинок не рассчитали. Вместе с дверью вылетели. А? Нет, на самом деле все по-другому было. Только вы никому, ладно? Вы смотрели телевизионный кадр, как Хусейна американцы арестовывают?
Конечно. Вот. А помните еще такой скандал с финиками на пальме, которые в то время и не растут даже? Ну. Ну, так это был не настоящий Хусейн, двойник. Один там, сумасшедший из Мордовии, спецлагеря. А настоящего мы взяли с моим товарищем. Угу. Правда? А где же настоящий? Мы его в подлодке хотели вывезти, но пошли, а там в противолодочной сети застряли. Ну, мы-то успели дернуть. А он там до сих пор сидит. Сигнал СОС подает. Шутите? Мы никогда не шутим. Я юмора и разгильдяйства не люблю. Курить у нас разрешено в специально отведенных местах. На первый раз прощаю. А на второй что? Расстреливаете, что ли? Неплохая идея. Да, строго вас, секретарша. Это ее любимый цветок. Да, если у этого Мороз такая секретарша, то представляю, какой он сам. Мороз по коже. Войдите. Да. Прошу. Давайте знакомиться. Зинаида Сергеевна Мороз, ваш новый начальник. Кошкин. Мороз. Виктор. Мороз. Значит так, ознакомилась с вашими личными делами, так что знаю, что люди вы опытные, высокопрофессиональные, рада, что специалисты такого уровня будут работать теперь у меня. Но работа в нашем отделе, она несколько отличается от того, чем вы занимались раньше. Вот товарищ уже нас потихонечку в курс дела вводит. Кстати, рекомендую. Это лучший эксперт-криминалист по наркотикам в городе Москве. Ну что, насчет оперативной работы, я думаю, вам объяснять не надо. Вот он наш контингент. Ваша доска почета. Да вроде того. Оружие. ОСА. Травматический пистолет ОСА. Оглушить может, привести в болевой шок. Обойдетесь и этим пока на первых порах. Пока не обвыкнетесь, а то вы мне пол Москвы разнесете. Николай, проводи. Прошу за мной. Я вам покажу ваш кабинет. После приема кокаина наркоман испытывает необычайный прилив сил. Но состояние эйфории длится недолго. Потом начинается что-то несусветное и отвратительное. Наркоману кажется, что под его кожей ползают насекомые, змеи. Ужас какой-то. Зачем его тогда принимать? А кто автор этой поэмы? Николай Николаевич Раков. Кандидат юридических наук. Да, с большим чувством написано. А это наш криминалист Николай Николаевич Раков. Случаем сам-то не наркоман? Галю, нам нужно их взять с поличным! Николай Николаевич, а что случилось-то? Что случилось? Операция горит! Вот что случилось! Ильич сказал, шаг вперед, два шага назад. Вчера было рано, завтра будет поздно. Моя тяжелая работа за полгода, все пропало! Николай Николаевич, а что все-таки произошло? Представьте себе, притон у Павелецкого вокзала. Тетки, бар, сауна. В общем, вся вот эта ужасная атмосфера. И вот трое брюхатых клиентов сосут пиво. И один из них вываливает. Мне нужен кокс в товарных количествах. Ой, Николай Николаевич, бываете же вы в таких местах? Исключительно по служебным обязанностям. Полгода он меня проверяет. По всяким там клубам, кабакам, борделям. В общем, даже завели притон гомосексуалистов. Понравилось? Ради Родины, ради ее высоких наград. Такая у нас служба. В общем, этот пассажир сегодня должен получить первую партию порошка.
Не могу никого найти. Во всем отделении только я, вы и Мороз. Пойду сейчас к ней и скажу, что вся операция провалена. Прямо скажу, по моей вине. Да какие калахумы наркокурьеры? А чё? Ну чё, чё? Наркокурьеры — это штаны и кожаные. Рубаха гавайская на выпуск, сигара в конце концов. А так, то ли менты переодетые, то ли с похоронного агентства. Да, Коша, слушай, если бы ты вот как раз-таки одел гавайскую рубашку и влез в кожаные штаны, я бы за километр понял. Ты ряженый мент. А так, в костюме ты на кого угодно похож. Но больше всего ты похож на раскачанного Антона Павловича Чехова. Только, правда, без очков. А так? Знаешь что, давай по-быстрому отделаемся от этого, а то мы еще Ксюшке на пространственное воображение задание делать. Слушай, а может, ты пока задание поделаешь, а я посмотрю, что там, а? А чё, один-то? Да понимаешь, ты своим пиджаком всех хулиганов распугаешь. Чего бы? Ну, от него обкомом партии за километр прет. Тем более я не один. Там Раков, там спецназ, там жучки. А, слушай, давай так. Ты на прикрытии, а если меня через 10 минут нет, ты выходишь на выручку, а? Ну, давай, время проверяем. Без 10-4. Ровно 4 рви, окей? Окей. Го! Слушай, братыла, а где твой напарник, а? Вас должно было быть двое. А я напарника отпустил, у него баба эта, ну, короче, я один. Чем ламать? Так а чё, при таком раскладе-то товар не будете принимать? Слушай, братыла, ты не умничай, математику читал? Если ты говоришь, что двое придут, значит двое. Ну ладно, тогда я пошёл. Это... Вы назначайте время, мы вдвоем придем. Слушай, ты нам мозги не делай, понял? Ты у нас один. Если будет какое-то палево, мы тебе башку отрежем, понял? Сам-то. Где ты был? Куросик делал. Ну и что, получилось? Нет, очень сложно. А у меня здесь все получилось. Успокойся, успокойся. Я спокоен, я спокоен. Успокойся. Я спокоен. Глубоко вздохнул, досчитай до трех и медленно выдохни. Раз, два, три. Еще глубже. Еще разок. Раз, два, три.
Еще разочек. Разодри! 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 Еще раз! Разодри! Ты спокоен? Я спокоен! Ну вот. Все уже обошлось. Что ты? Ну да, конечно. Пакуем? Давай. Час уже как выйти должен был. Не отпустят. Зря приехали. Еще. Ты что, Пима? Твоим языком только унитазы чистить. Сиди, жди, сейчас выпустят. Не пойдет, просьба освободить вагоны. Ein, zwei, drei. Come on. Вот смотрю я на эту жизнь, Пима. Сим, Сим, откройся! Какие все же менты звери. Так над братвой издеваться. Как их только земля носит, не знаю. Ладно, Загора на свободе. Это надо отметить. Абана! Погнали, Пима! Классное место, Али. Ты что, затеял ремонт? Здесь всем будет уютно, Ризо. А как насчет моей просьбы, Али? Ризо, посмотри на этого мальчика.